Всем привет! Сегодня 18 ноября, сегодня день рождения у моей подруги Влады. И завтра я отправляюсь в Москву. Я решила снять это видео чисто для себя, на память. Не знаю, буду ли я его куда-то выкладывать. И получится ли это видео у меня вообще. Надеюсь, что все получится, что я все сниму, все пройдет круто, классно. Всем приятного просмотра. Я уже скоро буду ложиться спать. С утра начну снимать. Время 10:42. Я почти собралась. Я не хочу очень сильно краситься. Я крашусь вечером. И Влад пишет. Сейчас я покажу, что я беру с собой из косметики. В основном я всегда гоняюсь с такой большой сумкой, но в этот раз я решила взять маленькую, взять немножко по чуть-чуть. Вот у меня сумочка собралась. Я решила взять старый тональник, который у меня еще остался. Там его совершенно чуть-чуть, просто он намного лучше перекрывает в сравнении с вот этим. Ну, потом я беру палетку от Revolution, где мне нужен чисто один оттенок, потом... Черные просто тени от Stellary, которые уже все затерлись, но там очень хороший черный оттенок. Конечно, контейнер для линз и от Шик румяна. Сейчас я туда положу еще кисти. Все, я собрала. Я как всегда, я все тяну до последнего. У меня немножко не получилось с этой штукой. Конечно, да. Это сделано тяп-ляп. Посрать. Я сейчас... Катя, иди в жопу, поняла? Все, я сейчас спускаюсь. Просто сумками большими. Как всегда, как будто я собралась куда-то. Анна. Здрасте. Все. Я села, сейчас мне надо доехать до Твери. А уже потом я встречусь с Ирией, и мы поедем в Москву. У нас ласточка 14:15, сейчас 12:48, я надеюсь, что я успею. Мы с Ириной уже высели. Сейчас надо додуматься, как завязать ленточку вот эту пакетику. Вот это 100% отрывается. Смотри, можно так восьмерочкой, о! Восьмерочкой? А, погоди, тут не получится так. Сейчас минутку. А, ну, и что, бантик? Типа вот так, вот так, и вот так? Вот мы едем с Ириной Новожиловой. У нас такой вот подарочек. Мы с ней завязали рябчу. Ленту. Да, мы кое-как завязали эту ленту. Подумал о тебе, пошел снег. Холода нас греет ближе к... Поеду. Я очень сильно хочу кушать. Ну, я хотела эту маме показать. Наверное, Новожилова у нас просто витаминные изделия употребляют. Все только полезно для организма. Да. Короче, ну, говорят, прибыли. Тут как думаю. Ну, я тоже целую вот Владимиру подарок. Новожилова тоже с бэгом таким хорошеньким. Сейчас мы зайдем поесть, потому что я хочу кушать. Потому что Ира один раз что-то сказала, что она хочет кушать, и я очень сильно захотела. Она сказала, что она хочет в туалет, и я тоже хочу в туалет. Еще и в туалет очень хочу. Пожалуйста. Я надеюсь, мы не запутаемся и доедем. Надеюсь. Мы решили с Ирой Новожиловой зайти в такси. А я очень хотела в туалет. И как вы думаете, сходила я в туалет? Там очень большая очередь. Я надеюсь, что мы поедим, и ее уже не будет. Если вам не пристар сельского техника, значит, у вас жизнь не удалась. Да? Конечно.
здорово. У меня тут влог, а это твой подарок, который уже все облапали, пока мы шли. Под Владу Владимирову, с днем рождения. Желаем ей счастья. Всего. Все бывает впервые в этой жизни. Мы тебе дарим подарок. У меня затекла рука. Мы тебе дарим подарок. Поздравляем тебя с днем рождения. Я тоже похлопаю тебе в переходе. Да, вот. А не сейчас посмотреть? Не, давай потом. Давай. Не смотри. Я, там какая-то книга. Не смотри. Книга? Нет. Здравствуйте, Влад Владимиров. Сегодня делаем обзор на подарок, который мы подарили Владе Владимирову. Мы подарили его вот в такой вот белой коробочке. Там бантик красивый был. Мы с Ирной Мажиловой старались очень этот бантик завязывать в ласточке. Я что-то вижу. Я увидела там какая-то бежевая, текстилевая. Как и рассказывала текстиль, я не верю. Ладно. Текстиль, да. Ладно, я потом посмотрю шортики вот эти или что там было. Нет, посмотри. Сразу? Да. Посмотри. А кого я должна в этом соблазнять? Ну, кого хочешь. Блять, Кать, я хотела капец как нижнее белье какое-нибудь. Оно красивое. Реально красивое. Тетка, померь. Так, ладно, дальше. Это я как задание. Все осталось скучным. Соляной скрамбо. Соляной, блядь. Блядь, хотите прикол? Я сегодня такая думаю. Мне нужно себе скраб заказать. Вот, я и белье, и скраб, ну. Я серьезно такая думаю, типа, ну надо скраб заказать себе. А что это такое? Вот это, значит, это что такое? Ну, это, наверное, унисекс. А, для всех. Ладно, супер, супер-пупер. В точке покоя. Книга? Нет, это не книга. Это. Ну, открой. Блин, кайф. Кайф. Поставишь на 2x, да, распаковку моего терапевтического дневника. Сейчас. Терапевтический. Я же угадала? Или ну нет? Вот смотри, открой. Я сама не знаю, что. Я говорю, я сама не знаю, что. Потому что время в этой зачем. Понятно, на бум, да? Вот сучки, да? Вдох-выдох. Блять, это охуенно. Это вообще. Это короче. Это то, что мне надо, девочки. Это примерно те же самые задания, которые я делала на терапевтических практиках за 5,5 косарей. С практики за 5,5 кэсов. Ну ладно, ладно, сейчас посмотрим, что тут еще. Я это маска моя. Короче, ладно, я все потом это. Я начну это делать. Я прям. Ну, мне нравится такая тема. Да, вы знаете, уважаемые слушатели, вот моего. Не моего, извините, пожалуйста. В общем, девочек блога, Наташиного, я не знаю, хочу выразить огромную благодарность Наталье Ивановой и Ире Новожиловой за выбор такого прекрасного подарка. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Мы рады, что тебе понравилось. Я вас люблю. И мы тебя. Здравствуйте. Нет, белье очень должно быть красиво, вот прям вообще. Что, прям сегодня надевать? Mm-hmm. Кого соблазнять? Так вот, мы уже собрались. Я в таких вот тапочках. Вот Влад Владимиров, красотка вообще. Звезда, богиня. Давай сфоткаешь меня со вспышкой. Вот так вот собрались. Положение влога. Красота. Да, взяла больно, мы вызвали такси. Сейчас поедем. Чудно. Красота. Так вот. Едем. Вспышка. Помаши, пожалуйста, ручкой. Наши яйца. Красотка. Давай включим. Я тоже не знаю. Чего? Я хочу, чтоб ты любила меня так же, как любишь его. Люби меня, как любишь. Я не достойна, ты понимаешь, это милость. Я мечтаю, может, больше быть тебе близким.
так можно было это написать, типа, на какую голову? Это моя любимая песня, правда. Любил вагину, я любила его грибы. Все, мама, ждем, пока нас посадят. Такой вот с пырно-вожилой, она, как всегда, у нас мастер выбирает. Вот я не знаю, как я так выбираю. Он самый клиент. Да. И это уже не первый коктейль пырно-вожилой, который она так купила. Но мне пока нормально, я чувствую себя хорошо. Даже именинницы мы уже выпили за ее... За мою сладкую, прекрасную жизнь. Да. Чтобы жизнь казалась медом. Да, чтобы все было отлично. Чтобы все было просто супер. Развитие женской энергии, развитие... Дыша маткой. Что мы еще развиваем, девушки? Себя. Развиваем себя. Да. И не только саморазвитие. Себя. Саморазвитие. Да и в принципе... Саморазвитие – это жизнь. Да, такая вот у нас красота. Так, живем, кайфуем. Какая стоимость? 600. Надо чаевые оставить. Мы очень хорошо посидели, покушали. Называется. Очень хорошо сидели. Блин, что это такое? Промышляет что-то. Нет, на машину уже отлично. Нет, я не буду заказывать бизнес до туда, потому что ехать 11 минут на 740 рублей. Надо. Мы ехали за полтора. Мы с Ириной. Отправляемся в туалет. Что в туалет располагается? Много лестниц. Тут такая бумага. Ирине Новожиловой бы точно не понравилась. Потрогай. И оцени. Обычная. Да. Мы, короче, вышли. Сейчас поедем в зоопарк. Надеюсь, меня пропустят. У меня спрашивают паспорт. Я влазила на госуслуги, диктовала. Как зовут паспорт? Я как Андрей. Нет, Геннадий. Самое главное, нафига она это спросила? Это нигде не указано было. А я думаю, я такая, я родилась в 2023 году. Я потом, я такая... Еще такая, вроде нормально. Ты просто еще немножко потеряла, а я бы тоже в тебе сомневалась на самом деле. Я такая... Всем. Ждем автобус, который ждет еще 2 минуты. Блядь, какого? Мы с Эрдоважилом купили мороженое большое. А я пиво буду пить. А я буду мороженое и пиво. Но мы не расскажем, как мы покупали это пиво. Вообще, это нельзя. Потому что... Мы говорим нет циститу. Владимир, мы скажем нет циститу. Ну, я завтра нахуй пойду в леггинсах и в толстовке. Я даже свитера никакого нет. Дубачелок. Ирина. Вот это попадосик. Ирина, еще раз сделаешь так? Это уже не получится, это надо от души да. делать. Это просто так не делаешь. Все, ура! Я не знаю. 699 лучше. 699. Ура! Ой. 699 самый лучший автобус. 690. Очень хорошо. Там как долбанет, мало не покажется. О, мы замерзли. Да. У меня руки все красные. Я прям как долбанет.
Девушка, не подскажите, пожалуйста. У меня там настроение. Все. 699 нас выручил только на пару минут. Не на пару. Ну да. Сейчас будем ноги парить, идет есть. А куда? У меня настроение такое. Счастье пойдет. И будет вообще не весело. Я иду просто как бомж какой-то. И главное, настроение такая красивая была. Сейчас в круглосуточном у кого-то пиво выпрашивает. Я просто попросила. Договорилась. Я никого не запрашивала. Одного ручка. И будет вот зашить в Курском вокзал. Здесь на 699. Все, мы прибыли в домик. Сейчас будем есть мороженое. А девочки, я не знаю, что-нибудь заниматься. Вообще не знаю. Что, сушняк замучил? Хочет по рукам вообще. Покажи, какое мороженое мы купили. У меня во Влоге его нет. Такой вот юбилейный, как у нас магазин в Торжке. Такой вот. Мы его же давно закрыли. Надпись-то осталась. Видишь, какая я душнила? Заебалась даже до этого. Настоящий пломбир русский холод. Не, вот серьезно, они играют? Типа, оно 6 косарей стоит? Они такие вот так. Как ее открыть? Давайте просто, господи, она нормально. Она не открывается. Нифига. Ну, давай, Ирина, наложила. Что-то давно мы, видимо, гараж не пили. Она так не открывается, потому что... Гараж? А как мы бухали на улице-то гараж? Блядь, так у него вот эта хуйня должна быть. Сверху еще штучка, за которую тут ее нету. Это какой-то гараж? Нет, это потому что на желтых так, а на красных есть. На желтых тоже такая херня была. Короче, не важно. Это какой, а это точно не какой-нибудь паленок? Там вдвоем, если навсегда мы, скажешь свои цифры. Вот телефона просто положила. А есть новые сборы? Я такой на голове. Моя бывшая сказала, что ей хочется. Сказала, что ей хочется назад. Если честно, я любил тебя лишь за огромный зад. Выступаю как звезда, я и буду как звезда. Моя бывшая сказала, что ей хочется назад. Бывшая сказала, что ей хочется назад. Если честно, я любил тебя лишь за огромный зад. Выступаю как звезда, я и буду как звезда. Моя бывшая сказала, что ей хочется назад. В моей комнате наклейки с Нирваной. Я считаю про любовь на гитаре.